Клево всем, друзья. Сегодня я опять на реке, опять с фидером и опять с легким фидером. Несмотря на то, что течение довольно уверенное, я опять сегодня буду ловить вот этим вот моим самым любимым удилищем Daiwa Tender. Удилище длиной 3,30 с тестом до 30 грамм. Работать буду кормушками 30 грамм. Это удилище позволяет это сделать, несмотря на то, что оно легкое и изящное. И с тестом всего до 30 грамм, без проблем работает кормушка 30 грамм плюс корм. И вот сегодня я опять попытаюсь поймать рыбку на него, буду ловить в прибрежной зоне. Так что, друзья, смотрите, оставайтесь со мной до конца. В конце видео, как всегда, выводы по рыбалке, возможно, будет очень интересно. Ну что, друзья, замешаем прикормочку. У меня проблемы, я забыл сегодня кашу. Приготовил, сварил в холодильнике, забыл кашу, там же забыл опарышек. Пришлось утром ездить еще по магазинам искать опарышек. Так что все началось с веселого. Прикормку буду делать очень тяжелую. Мне нужно, чтобы она максимально лежала на дне и никуда не пылила. Так как в планах у нас подлещик и рыбец, если будет. То есть это будет основная для меня сегодня рыба, если будет ловиться. Воду, как обычно, порционно. По чуть-чуть. В несколько этапов. Так, еще капельку водички. Ну вот, то, что надо. Сейчас она 15 минут постоит, возьмет воду и будет прикормочка та, что нужно. Тяжелая и рассыпчатая. Ну что, друзья, теперь нужно найти точку ловли. Примерную акваторию я знаю, понимаю. Ловить заброс у меня будет недалекий, практически под ногами. Течением будет прижимать еще сильнее к берегу. Но мне надо найти точку, в которой 30-граммовая кормушка будет стоять. На данный момент мне не принципиально. Ну все. На данный момент мне не принципиально дальность, бровка, не бровка. Здесь пологий свал до самого русла. И вот на данный момент именно на этом пологом спуске и рыба и тасуется. Вот тут вот примерно в 6 метрах идет небольшой отбойничек обратка. И вот чаще всего на этой границе обратки и течения в основном рыба и ходит. А это буквально 5-6 метров. Стоит, нашел со второго заброса. Клипсуюсь. Проверяю. Точку выбрал. Тогда у тебя точно кормушка не катит. Все, лежит четко, не катится. Ну что, друзья, точку нашел. Заброс. Сейчас давайте посчитаем. Три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать оборотов катушки.
что-то с прикормочкой смотрим. Так, смотрим, что с прикормочкой. Вот, она постояла, подсохла. И в принципе, отличная, нормальная прикормка. Все, готовая прикормочка. Ну что, друзья, точка выбрана. Прикормка готова, начинаю кормить. Положу сейчас в точку 5-6 кормушек. Первая пошла. Тут самое сложное кинуть. Самое сложное забросить так, чтобы не отыграла назад при ударе. На плипсу. Последняя кормушечка. Люди вовсю рыбу ловят. А мы еще даже крючок не прицепили. Ну что, цепляем крючок, друзья. Так, что мы сегодня прицепим? Начнем с чего? У меня вот такая поводочница с крючками. Как я храню, вяжу поводки. Можно перейти по ссылке, посмотреть видео. Все очень-очень подробно рассказываю. Начну с 12 крючка на 0,14 поводочке. Начну работать с 30-сантиметрового поводка. Работаю инлайн с фидергамом. Также, как я вяжу эти монтажи, можно перейти и посмотреть по ссылке. Все показываю крупным планом. Каждый узел, как это все связывать, как связать фидергам с леской. Все очень-очень подробно показываю. На данный момент на фидергаме у меня узелок. И поводок накидываю удавкой. Все, сидит надежно, никуда не денется. Ну и по стандарту с одного красного опарыша. Первая кормушечка. Ну что, друзья, первый пошел. Перезабросы не больше минуты. Ждать долго не намерен. Нам нужна рыба. Первая поклевочка на первом забросе. Хорошая, мощная, но мимо. Поклевки есть, а реализовать не могу. Сейчас разберемся. Потихоньку разберемся. Кто там, что там. Зачем и почему? Рыба на точку собирается. Сейчас активность начнется. И будет, я надеюсь, бардак там. И тут поклевки не могу реализовать. Рыба на точке есть. Сейчас попробую укоротиться до 15 сантиметров. Бывает, помогает. Увеличил размер крючка. 10 номер поставил. И поводочек 15 сантиметров. Коротенький поводочек. Посмотрим, даст толк или нет. А может, наоборот, надо удлиниться. Пробуем, подбираем ключик. Рыба на точке. На счет 15 начинаются поклевки. Но пока никак. Все сегодня забыл. Забыл телефон, возвращался. Забыл опарыша, забыл кашу. Забыл тряпку. Собрался на рыбалку, называется. Оп-оп-оп-оп-оп, что-то есть. Что-то есть, что-то есть, но только не сход. Первый рыбчик, друзья, рыбчик.
А, есть первый. Оп-оп-оп, рыбка, 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 рыбка. Кто там, кто там? Кто там, кто там, кто там, кто там? А, хороший рыбчик, друзья, смотрите какой. Шикарный. Не болтаться. Во, красавец, красивый. Пока уменьшение длины поводка до 15 сантиметров дает результат. Смотрим дальше. Оп, 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 оп. Кажется, есть что-то. Что-то тяжеленькое, приятненькое, шустренькое. Рыбчик хороший. Вот какой рыбчик. Вот такой красавец. Есть рыбка. Что-то есть. Кто это у нас? Сазанчик, ребята. Я сазана всадил. Вот. Дикий кубанский сазан, друзья. Смотрите, какой красивый. Сазанище. Вот такой красивый, усатый. Отпускай малыша. Беги. Пусть твой Антон сначала рыбу научится ловить. Ух, какой красавец. Ну, увеличился до 60 сантиметров. Поймал две рыбки. Пробуем дальше. Поводок делаю то длиннее, то короче. Таким образом пытаюсь подобрать тот ключик, который рыбе нужен на данный момент. Если посмотреть берег, где вода отошла, весь берег вот такой, выше, ниже глубина. По этой причине, в зависимости от того, где ты сел, и может играть разная длина поводка. В одном месте нужно короткий, в другом более длинный. Там, где скапливается большая часть прикормки, чтобы в районе этой прикормки лежала насадка. Обратно до 15 сантиметров. Уменьшил поводок. Вот, рыба уже на точке. Только забросил, прошло 5 секунд. Все, подергунчики начались. Она ходит, цепляет леску, дюбает. Ну, насадку нормально не берет. Берет, выплевывает. Ну, и вертит, ходуном ходит. Дерг, 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 дерг. Оп, оп, вот что-то хорошенькое на укрутке село. Сработал коротенький поводок. Все-таки цепляло, цепляло. Сход. Обидно. Обидно. Что-то было хорошенькое. Оп, 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 оп. Что-то хорошенькое опять на кукурузку село. Что ж там? Рыбчик, да? Рыбчик великолепно. Смотри, что говорится. Самой... На подсак что-то наступил я. Самой кучи они не берут, они берут с краев. Видно, не видно. Но самые смелые, видишь, заходят прям туда и начинают баламутить. А основное стадо ест уже вот эту муть. Смотри. Пошла жара. Вот. Обошли с другой стороны, смотри. Но они сами видят белые футболки, начал шевелиться, понял? Они оттуда сбежали, они туда стояли шлейфом. Как кормится рыба на точке. Много-много мелкого карася, не знаю, будет видно или нет, мутноватая, но попытаюсь вывести. Стоят по шлейфу на протяжении примерно метров 5-6. Саня Жериков ловит. Стоят по шлейфу примерно на протяжении метров 5-6. Самая большая кучка рядом с кормушкой.
они возвращаются на шар. И пошли. И с нее отщипывают тоже. Опа. Хищник прогнал. Мелкий судачочек. Ух, 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 что-то хорошенькое, ребятки, что-то хорошенькое. Есть рыбка. Опять кукурузка соблазнилась. Подлещик. Под сачком. Судака всадил, а ты не можешь поймать судака. Саня не может поймать. Ребятки. И он тут ходит прям под ногами, Саш, он забагрился. Тебя ходит под ногами, у меня не ходит. Забагрился? Да. Рот поймал, да? За жабру. Не считаешь. Друзья, очередной судак на фидер забагрился. И вот такой красавец за жабру. Очередной малыш сазанчик. Вот такие сазаны клюют. Сазанище. Смотрите, какой ротик красивый. Беги, малыш. Беги, беги, беги. Маму с папой зови. И опять кубанский сазан. Домой. Кто там? Кто там? Рыбка, рыбка, рыбка. Здорово, как мастер.
кто там такой бешеный. О, рыбчик хороший. Красавец. Ну что, друзья, погода внесла свои коррективы. Дождь нас прогнал. Просидели под дождиком около часа. Уже подмокли. Решили собираться. Рыбку поймали. Кроме этого, была еще куча мелочи. Было 5 сазанчиков с ладошку чуть больше, которые отпускали сразу. Рыба вела себя довольно вяло, довольно пассивно. Несмотря на то, что на точке было очень много. Буквально через 5-10 секунд фивертип начинал ходить ходуном. Рыба сегодня не очень крупная, но тем не менее хорошая, приятная, красивая рыба. Работал сегодня в основном красный опарыш, потом у меня работало 2 на крючке. И работало, не работали, когда одевал чулком. Категорически отказывался его брать, если одевал чулком. Был период, когда в течение получасика поклевывало исключительно на кукурузу. В улове сегодня рыбец, подлещик, карась, сазан. Густера. Поймал 1 или 2. Все. А так довольно неплохо, мне понравилось. Ловил легким удилищем. Был просто кайф от рыбалки, от ловли. Друзья, до новых встреч. Ставьте класс, подписывайтесь. До новых встреч.